Всем привет! Пришла посылка с моего самого любимого сайта ASOS, и сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что там такое. Заказала много вещей, потому что, как я уже говорила, я шопоголик. Так, это юбка, это бумажка. Платье, юбка, кардиган и тапочки. Сейчас будем рассматривать, что тут. Так, юбка в полосочку. Моя мама сказала, что юбка отстойная и что вкуса у меня нет. Мама всегда умеет держать. Это бренд, сам этот бренд ASOS есть. Короче, просто длинная юбка длиной до колен и такой вот блюз. А мне нравится. Еще одна юбка, и это тоже бренд ASOS. Это будет такая длинная юбка из тонкого материала, которая и с разрезом на ноге. То есть все должны идти и все должны смотреть на мою ногу, которая вылазит в разрез. Такая была задумка. Вот разрез. Конечно, цвет на сайте был, не знаю, покрасивее. Какой-то зеленый, непонятный. На сайте было интереснее. Как всегда. Следующая вещь, и ее я ждала прям вообще очень-очень. Это платье фирмы Brave Soul. Смелая душа. Прямо про меня вообще. А вот. Короче, мне оно нафиг на пол. Жутко понравилось, потому что оно вот такое вот, его можно зимой одевать с теплыми колготками. И оно серенькое и сделано как будто платье и майка сверху. Ну, не майка, а какая-то кофточка. Это спина, вот такой вот запах на спине. И оно короткое, ну, выше колен. Ну, короче, вот его я прям ждала. Еще одна абсолютно зимняя вещь, и, кстати, тоже, о, тоже фирмы Brave Soul. Неожиданно. Это какой-то месяц смелой души. Это длинный, предлинный кардиган, прям такой до пола. И такой очень мягкий, судя по виду, и пушистенький. Ой. Короче, так, сейчас я разверну. Огромный вот такой пушистый кардиган, очень-очень мягкий материал. Короче, вот он длинный, прям бесконечный. И да, и с карманами. В общем, для зимы, особенно для латышской, самое оно. И последняя вещь из этих зимних покупок, это почему-то летние сандали. Ну, бывает. Готовь сани летом, да? Все это знают, сходят. Просто обычные сандали. Мне они нужны, чтобы на работу мне ходить. И они... ремешки кожаные, а подошва не кожаная. И на ней отпечаток пальца чего-то. Офигеть. Ну вот. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропустите следующие видео, чтобы наблюдать, как я все больше и больше деградирую, заказывая вещи, которые мне не нужны. Всем пока!